Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Газизов Марат, компания «Альпари» в Санкт-Петербурге. Продолжаю свой ежедневный обзор финансовых рынков торговли без индикаторов. Хочу сразу извиниться перед слушателем за то, что вчера не состоялся мой семинар номер 3. Сегодня постараюсь уложить в два семинара в один час. Если не получится, то я попробую решить этот вопрос. Завтра в пятницу продлить мой семинар на один час. Ну, там посмотрим, как это будет возможно технически. Так что сегодня подключайтесь к 3 часам, как обычно. Просто там, возможно, будет сбой некий. Постарайтесь там обновляться, F5 там, и так далее. Ну, то есть семинар сегодня будет по расписанию в 15:00 по московскому времени, поэтому подключайтесь, попробуем что-нибудь сделать. Ну а теперь переходим к текущей ситуации на финансовых рынках. Сразу хочется отметить австралийский доллар, который сегодня здорово вырос вследствие того, что там вышли неплохие показатели. Давайте перейдем к календарю и объясню ситуацию, связанную с выходом новостей. Задавайте вопросы в чате. Естественно, буду на них реагировать. Так, ну вот по поводу новостей сегодняшних. Да, кстати, видно меня, слышно? Пожалуйста, те, кто в чате, скажите, как с картинкой, со звуком? То я смотрю, опять какие-то проблемы возникли. А, хорошо, все, поехали. Ну что ж, тогда давайте перейдем непосредственно к новостям, которые вышли сегодня ночью. Надо немножко прокомментировать эту ситуацию. Так, вот, давайте. Рабочий стол. Календарь событий. Так вот, по поводу австралийца, давайте этот вопрос закроем. И по поводу новостей. Сегодня четверг. Значит, сегодня день будет, обещает быть горячим с точки зрения того, что большое количество различных новостей, плюс комментарии, вот вечером будет, плюс сегодня вышли с праздника, то есть праздник закончился вчера в Канаде, США, и сегодня, наверное, будет большая активность. И вот большое количество новостей из США, и сегодня также будет, вот только что был опубликован валовый внутренний продукт по Евросоюзу, я так понимаю, да? Не знаю, какая там реакция была. Я открывал позицию по евро-доллару. Так, ну что ж, так. А, да, ну, собственно. Так, сейчас это дело мы попробуем разобрать. Так вот, по поводу новостей, сегодня ночью вышли данные по австралийцу. Вот они, эти показатели. Очень хорошие показатели вышли. И занятости, частичный уровень занятости, доля рабочей силы, безработица сократилась. Ну, я вот по этому поводу хотел отметить, что первым признаком того, что ситуация в Австралии улучшается, это последние 2-3 месяца хорошие показатели в области строительства. Разрешение на строительство, и вроде какое-то там оживление началось в самом строительстве. И тут, естественно, сразу это отреагировало, эта ситуация получила продолжение в уровне занятости и частичной занятости. По всей видимости, там начался строительный бум какой-то некий. И вот, собственно говоря, вот таким образом все это и произошло. Значит, сегодня Марио Драги в 11:30 начал выступать. Не знаю, какие сейчас он там заявления делал. Кроме того, в час дня будет опубликовано промышленное производство. Я считаю, что это будет серьезное, окажет некую поддержку, скажем, австралийцу, евро против американского доллара, потому что, ну вот, данные неплохие. И самое главное, 13:30 выступление Марио Драги. Помним, что его заявления отличаются достаточно таким экспрессивной реакцией на это выступление со стороны евро, да, вот по поводу его падения. Ну и новости вечером, это и Джанет Йеллен выступает, и несколько директоров РС, так что день будет горячий, так что будьте внимательны, пожалуйста. Ну а на завтра это валовый внутренний продукт по Евросоюзу, 12 часов дня, попытаемся что-нибудь сделать по выходу этих новостей. Хотя я не сторонник торговли на новостях, но посмотрим, как работает стратегия моя
в условиях выхода новостей. Наверное, будет интересно. В прошлый раз нам, наверное, здорово повезло, когда выступил Марио Драги. Если кто помнит, в четверг было выступление. Там хорошо продали евро-доллар и, в принципе, неплохо заработали. Так, это фундаментальные данные. Сегодня давайте теперь перейдем непосредственно к техническому анализу. Задавайте вопросы. Так, ага, Андрей, президент ЕЦБ Драги предлагает подготовленным выступление. Так, покупки активов, количество. Так, призывает ЕЦБ программу покупки. Так, ну все ясно. По всей видимости, продолжится вот этот вот разговор по поводу расширения стимулирования экономики, что, собственно говоря, и вызывает падение евро. Ну, это пусть говорит Марио Драги, мы будем смотреть на эту ситуацию с точки зрения теханалитика. Так, далее. Как считаете, при плохой статистике безработицы США, австралийцы дальше рванет? Сложно мне сказать по поводу реакции австралийцев против доллара на безработицу. Безработица из США. Ну, конечно, рванет. Куда же он денется? Конечно, рванет. Фунт очень интересует, продавал текущее снижение, это коррекция или продолжение движения. Хорошо, все, давайте перейдем непосредственно к графикам. Все вопросы в конце, если я, конечно, успею. Евро-доллар, недельный график, тенденция не сохраняется, тем более, что есть сигналы на продолжение тенденции с точки зрения того, что коррекционный откат, по всей видимости, закончился, потому что он явно имеет законченную форму, коррекционную трехволновую структуру. И здесь, в принципе, очень неплохо формируется импульсное движение вниз в рамках волновой теории. Сложно сказать, третья ли это волна, пятая ли это волна, но, по всей видимости, это не имеет значения, потому что раз это импульс, то, по всей видимости, низы будут обновлены, вот эти мартовские низы, и тем более, что к этому есть сигнал, это пробитие опорных точек. Недельный график поддержан вниз. Дневной график не все так однозначно. Почему? Потому что рынок уже четвертый день стоит, консолидируется, не пытается продолжить развить наступление, как бы успехи дальше. Но, тем не менее, он и не идет и наверх. Цена не идет наверх, тем более, что в рамках нисходящей тенденции здесь явно было ускорение падения вниз. Соответственно, если наверх движение состоится, в принципе, я не исключаю такого варианта, то это движение наверх будет ограничено в рамках того, что тенденция имеет склонность к ускорению. И где-то вот с каких-то уровней после такой коррекции рынок должен возобновить падение дальше вниз. Вчера был неплохой сигнал, я там это по этому поводу комментировал на часовом графике. Давайте я вам сейчас покажу. Выкладывал ВКонтакте. Вот здесь был сигнал на то, что вот эта линия сопротивления должна была быть пробита. Вопрос стоял в том, что вот какая из этих линий тренда она была актуальна. Оказалось, нижняя. Вот я ставил вопросительный знак по поводу того, что рынок, не отрываясь от верхней границы канала, не идя в сторону основной тенденции, то есть к своей цели, все-таки пробил это сопротивление, пробил сходу еще вторую линию сопротивления. Но вот только что вот этот провал, конечно, весь этот сигнал, который вот я изобразил стрелочкой наверх, в принципе, похоже, он стал неактуальным. Почему? Потому что данное движение вниз оказалось пробоем предыдущей впадины. Получается, что зигзагообразная коррекция завершилась, и рынок готов продолжить свое падение вниз. Вот я его еще отметил здесь, давал комментарии, и на этом движении только что я открывал позицию в продажу. Но боюсь, что здесь может повториться история с новозеландцем. Если кто помнит, я также на таком же сигнале, после попыток пробить линии тенденции, но вот на этом движении также открывал позицию в продажу. Вот. Но меня вынесло по стоп-лоссу, потому что рынок все-таки возобновил свой рост, коррекционно наверх. Стоп я выставил неправильно за ближайшую вершину, надо было выставить за другую вершину, в данном случае вот так вот. Вот. Ну, собственно говоря, сейчас идет коррекционный откат, несмотря на то, что была пробита опорная точка. Ну, в общем-то, вопрос сложный здесь, насколько это актуально. То есть, все-таки здесь сохраняется как возможность для роста наверх, потому что была пробита линия тренда. И, как вы видите, в принципе, цена не очень сильно продолжает свое падение вниз. С другой стороны, если это движение вниз, то коррекционный откат явно имеет трехволновую структуру и
только что был подан сигнал на пробитие предыдущей впадины и продолжение тенденции вниз. Поэтому я открыл позицию в сторону основной тенденции с постановкой стопа выше предыдущей, тем более, что у меня есть прибыльная позиция долгосрочная. В принципе, для меня этот откат, он такой, есть чем, как говорится, есть чем рискнуть. Ну вот, собственно говоря, держу позицию, посмотрим, что из, какой сценарий из этих двух сценариев себя реализует. То есть позиция на продажу на часовом графике, с точки зрения пробития линии тренда, есть сигнал тому, что рынок попытается сделать более глубокую коррекцию наверх. Посмотрим. Боюсь, что я нарвался к такой же сигнал, как новозеландцы, где у меня был стоп-лосс. Ну, ладно, посмотрим. Сигнал есть, вошел по сигналу. Тем более, что если кто как бы увлекался волнами Вульфа, есть некий намек на то, что здесь начал отрабатываться вот этот вот паттерн волн Вульфа. Целью этого падения будет нижний край канала. То есть вот данная линия, первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна. Если это событие продолжит свое развитие, дальнейшее движение, то целью этого падения будет достижение нижней вот этой линии 1-3. Ну, если кто помнит волны Вульфа, там есть разметка, пятиволновая структура, первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна, вот ее начало отработки. Целью этого падения достижение линии 1-3. Ну, посмотрим, что из этого выйдет дальше. Так, фунт. По фунту держу позицию наверх, как это ни странно. То есть пошел против тенденции. Давайте я вам покажу. Вот недельный график все-таки вырвался наверх, как коррекция. Тем не менее, воспринимаю движение как коррекционный откат. Но тут был сигнал на дневном графике в плане того, что рынок, не дойдя до линии поддержки, вот, то есть несмотря на то, что предыдущие впадины рынок успешно пробивал, но вот после пробития вот этих вот, рынок очень здорово корректировался, очень сильно корректировался. Это была коррекция. Здесь была сильная коррекция после пробития предыдущей впадины. И такую же картину я ожидал и здесь. В принципе, я начал себя реализовывать этот сценарий, хорошая глубокая коррекция наверх. И на часовом графике я искал возможность, соответственно, войти в рынок. И вот здесь вот как раз был такой момент, сигнал интересный. Если кто помнит, я давал разметку, что при пробитии вот этой опорной точки, возможно, будет некий сигнал наверх. Но под вопросом. Поэтому, да, вот рынок дал такой сигнал, сейчас идет коррекционный откат. Не знаю, как им воспользоваться, стоит ли торговать или нет. Пока что, как вы видите, я этим сигналом не воспользовался. Тем более, что у меня открыта позиция наверх. Открывал позицию наверх после того, как цена, пробив предыдущую вершину, совершила коррекционный откат. Цена не дошла до линии поддержки, возобновила рост. И вот здесь, вот на этом росте, я открыл позицию в покупку. И, собственно говоря, сейчас я двигаю стоп вслед за ценой. И вот буквально сейчас цена чуть не цепанула мой ордер, не закрылась. Но, тем не менее, держу до упора, посмотрим, что из этого выйдет. Это у нас британец. Данное движение, повторяю, это коррекционный откат перед дальнейшим возможным развитием, падением вниз. Вот. Единственное, что здесь, возможно, этот коррекционный откат приобретет вот такую трехволновую структуру А, Б, С. Поэтому я скептически отношусь к этой своей открытой позиции. Наверное, его снесет, потому что рынок должен сформировать зигзагообразную коррекцию наверх. Как это было здесь, как это было здесь. И уже потом окончательное движение вниз. Так что, ну, двигаю ордер за ценой, посмотрим, может быть, максимально возьму. Вот. Это что касается фунт. Австралиец прокомментировал. Да, австралийцы, еще раз, давайте посмотрите австралийца. Вот я давал комментарий вчера на недельном графике рынок, отбившийся от сопротивления. Тем не менее, не очень хорошо идет вниз, тем более, что есть некие признаки разворота. И, собственно говоря, на дневном графике я вот вчера комментировал. Цена, подойдя к линии сопротивления, если вы видите, вот, давал альтернативу, и в то же время вот разметку на рост. И посмотрите, цена хоть и идет вниз, но без отрыва от сопротивления, видите. И вот сегодня как раз вот на дневном графике рынок опять попытался возобновить свой подъем. И возможно, ну не знаю, сложно сказать, насколько он будет удачным, но пока что хоть тенденция идет вниз, но рынок, я считаю, готовится к тому, чтобы сделать какую-то глубокую коррекцию наверх. Хотя, с другой стороны, если цена с текущих уровней все-таки пойдет вниз, то есть разметка на продажу. Вот она, это пробитие. Зигзагообразная коррекция. Тогда рынок колом может пойти вниз в рамках отработки тенденции, данной тенденции вниз. Это у нас австралиец. Я сегодня выложил ВКонтакте интересный график по
индексу доллара. Никогда его не смотрел. А тут мне просто задали вопрос по поводу индекса доллара. И, в принципе, там неплохо получилось с точки зрения того, что появилась такая интересная разметка. Сейчас я вам покажу ее. Так, вот он, индекс доллара. А, кстати, посмотрите, уже он реализовался. Да, вот он был, была тенденция наверх, индекс доллара. Тенденция, цена, не дойдя до линии поддержки, посмотрите, совершила коррекционный откат после пробития предыдущей вершины. Вот была пробита предыдущая вершина и пошел коррекционный откат. И я написал, что пока это движение выглядит как коррекция. Почему? Потому что имеет форму зигзага. Это коррекция. Второй момент. Цена не дошла до нижнего края канала, то есть коррекционного канала, вот в этом канале, и пошла к сопротивлению. Видите, вот. Прилипла к нему и, не отрываясь от него, стояла. То есть, когда я давал вот этот комментарий, там в ВКонтакте можете посмотреть, вот этого движения еще не было. Цена не отбивалась, не отбиваясь от верхнего сопротивления. Только что, вот, пожалуйста, произошло пробитие. Ну что ж, здесь получается есть некий сигнал на то, что... Так, да, есть сигнал тому, что рынок будет готов в ближайшее время, может быть, после такой коррекции, продолжить свой рост наверх. Вот, вот, в принципе, такая ситуация. Поэтому евро-доллар меня вдохновляет, несмотря на то, что сейчас идет движение против меня, достаточно серьезный коррекционный откат. Но индекс доллара сигнализирует тому, что вот это движение должно продолжиться вниз. Ну, посмотрим. И в то же время это скептическое отношение у меня к британцу, который должен будет закрыт по стопу. Так, это у нас индекс доллара. Дальше смотрим российский рубль. По российскому рублю, вот интересный момент, я вчера говорил о нем. Вот на дневном графике, да, кстати, недельный график, ничего не изменилось, тенденция сохраняется. Пятая волна в работе, цель 82 и выше, может быть даже 95 где-нибудь. И оттуда уже начало мощное укрепление российского рубля против американского доллара. Это недельный график. А вот на дневном графике, вот посмотрите, я вчера выделил вот этот момент, участок, очень интересный и показательный. Вот вчера до этого движения здесь сформировался сигнал для вот такого роста наверх. И привел в качестве примера предыдущую ситуацию. Вот, после пробития линии сопротивления рынок стоял, ждал в узкой консолидации. И без всякого намека на то, что готов пойти наверх, рынок рванул и пошел дальше по тенденции. И здесь вчера поздно вечером то же самое произошло, и рынок продолжил свой рост наверх. То есть... Вот, в принципе, теханализ как бы в этом плане мне помог здесь оценить эту ситуацию. То есть, вот, пожалуйста, рынок пошел. Собственно говоря, комментировать здесь больше нечего. Рубль, по всей видимости, продолжит свое падение дальше в рамках, в данном случае, третьей волны, в рамках большого пятой волны на недельном графике. Так, дальше поехали. Так, это у нас рубль. А, канадец. Очень интересный сигнал по канадцу был, о котором я вчера как бы предупреждал. Ну, во-первых, недельная смотрит наверх, но цена стоит между вершиной и впадиной. Но, тем не менее, цена стоит пробойно, достаточно позитивно для роста. Но, с другой стороны, если цена, не пробив предыдущую вершину, возобновит свое падение, то, по всей видимости, это падение будет более глубоким после пробития линии поддержки. Почему? Потому что цена, не дойдя до линии сопротивления, вернулась к линии поддержки. Может быть, не сразу цена может вот так вот свалиться. Но, тем не менее, после какого-то, может быть, такого небольшого, незначительного отскока, рынок возобновит, может быть, вот такое падение. Но пока что цена идет в тренде, тенденция наверх. На дневном графике вот интересный момент. Я вчера его отмечал. Есть такой метод, называется метод восхождения или метод снисхождения. Вот три свечки в рамках восходящей свечки, которая пробила предыдущую вершину. И в принципе здесь очень вероятность того, что высокая вероятность того, что сегодня, по всей видимости, даже сегодня, вот этот вот момент он может выразиться в таком росте. Цена, не дойдя до линии поддержки, рынок может вспомнить, что надо вставать наверх, покупать доллар против канадцев. То есть вот три свечки одинаковой формы. Интересный момент, тут еще и доджик. Вполне вероятно, что сегодня даже или завтра рынок может таким ростом, то есть вот таким образом пойти наверх. Как это сделал сегодня российский рубль. Так что на часовых графиках ловим момент по канадцу. Вот он, этот канадец, вот идет нисходящая тенденция дневного графика. И где-то в какой-то момент должен произойти такой достаточно серьезный рост. Но пока краткосрочно идет коррекционный откат,
сигналов на разворот сейчас здесь нету. Почему? Потому что цена все время формирует впадины, новые впадины и не пробивает предыдущую вершину. По всей видимости, сигналом для роста будет нарушение одного из правил. Либо цена пробьет предыдущую вершину с этого движения наверх, потом сделает небольшой коррекционный откат и возобновит свой рост. Либо цена, если пойдет вниз, не добьет предыдущую впадину, не добьет, и пробьет предыдущую вершину. То есть вот где-то вот один из этих двух сценариев, вот такого вот плана. То есть ловим этот момент, ищем возможность покупать доллар против канадского доллара. Нет, это не японские солдаты, Альберт. Это не японские солдаты, а этот метод трех восхождений или схождение, или как это называется. Это не три вороны, Светлана, и не три солдата, Альберт. Это несколько другие сигналы. Пожалуйста, к Нисуну обратитесь там. Не буду сейчас объяснять, потому что времени не хватает на эти поправки. Так что три солдата — это когда идет против тенденции, просто против тенденции, как сигнал. Как разворот тенденции. А в данном случае метод этот, вон. Да, сегодня будет семинар, присоединяйтесь, Артем. Так, российский рубль, канадский доллар откомментировал. Так, понятно, да? Вот она, вот, такой вот такая разметка. Жду начала роста. Посмотрим, что из этого выйдет. Дальше поехали. Франк, швейцарский франк. Ох ты, как он... Так, недельный график смотрит наверх с попыткой пробития предыдущих вершин. Соответственно, дневной график поддержан. И, кстати, он стоит также, не отрываясь от линии сопротивления, что лично меня пока что вдохновляет к росту, дальнейшему росту с текущих уровней. Поэтому я вошел в рынок на часовом графике. Тем более, что была разметка очень неплохая. Вот коррекционный откат в виде зигзага. Новая вершина по отношению к предыдущей. Движение вниз приобрело именно характер коррекции в виде трех волн, и цена не пробила предыдущие впадины. Произошел рост с пробитием вот этих вот двух разметок. Но сейчас идет коррекционный откат, стоп у меня стоит, к сожалению, да, стоп у меня стоит. Не получилось продолжение, пока что в текущем моменте продолжение наверх. Но пока еще цена находится выше уровня сегодняшней впадины, поэтому ничего делать не буду, добавляться больше не буду. Буду ждать просто отработки этой модели. Если этого не произойдет, то есть роста наверх, соответственно, по всей видимости, рынок оценит это движение как момент разворота. Почему? Потому что цена не пробила предыдущую вершину. И если с текущего движения вниз цена пробьет вот эту впадину, то тогда здесь формируется сигнал на хороший разворот вниз. Но если этого пробоя не произойдет, то тогда рост наверх возобновится. Поэтому гадать я не буду, какой сценарий реализуется, будем ждать. Стопы стоят, ну что ж, значит, сегодня у меня будет стоп-лосс. Так, вот у меня открытые позиции по евро и по швейцарцу. То есть я открывал позицию по своей стратегии, но бывают, конечно, вот такие вот вещи, в данном случае, как сейчас. Посмотрим, что из этого выйдет, посмотрим, какой сценарий реализуется. Ну вот, собственно, так вот. Это моя стратегия. Дальше смотрим. Новозеландец. Новозеландский доллар, недельный график стоит в коррекции. Сейчас цена стоит между вершиной и впадиной. Цена не удержалась выше уровня пробоя и, не дойдя до линии сопротивления, посмотрите, пошла в прошлую неделю, закрыла позитивную для американского доллара. Поэтому любой подъем наверх, в принципе, можно будет воспринимать как возможность открыть позицию вниз. Вот, собственно говоря, я давал вчера разметку. И вот здесь, вот на дневном графике, посмотрите, рынок не может хорошенько скорректироваться наверх, поэтому здесь, наверное, надо искать уже часовые разметки для того, чтобы встать вниз. Ну а на дневном графике вот такого желания, вот такого сценария, конечно, дождаться будет достаточно сложно. Поэтому на часовом графике, вот по новозеландцу, вот у меня уже есть готовая разметка. Значит, вчера разметка себя, в принципе, реализовала, вот пробой в данном случае. Но здесь бы, конечно, стоп-лосс был бы сорван. То есть вот такая свечка, бывают такие проблемы. Тем не менее, цена хоть и пошла наверх, но, конечно, меня здесь бы вынесло уже. Но с другой стороны, сейчас эта уже разметка не актуальна, тенденция вниз сохраняется, данное движение наверх воспринимаю как коррекционный откат. В этой небольшой разметке есть возможность встать наверх краткосрочно, на небольшую величину, то есть на небольшую цель до верхней границы канала.
можно бы пытаться купить, встать наверх. Но с другой стороны, если цена с этих уровней завалится вниз и пробьет вот данную опорную точку, которая у меня уже есть, отображена здесь, вот, то есть явно зигзагообразной коррекции, то тогда, в принципе, буду искать возможность для активных продаж и открытия позиции вниз. Пока что вне рынка. Ждем. Так, не знаю, сработал, не сработал мой стоп. Да, по-моему, какие-то позиции уже закрылись, да? Нет, еще пока живы позиции. Хорошо. Так, это новозеландец. Японская иена. Японская иена стоит пробойно наверх. Неделя пока что не поддержала, текущий день не поддержала рост. Зигзагообразная коррекция сформирована. Можно будет покупать после пробития опорной точки вот на этом уровне. Цена пока к ней пытается дойти, но не доходит. 125.05. И на дневном графике вот цена стоит, не дойдя до цели. Вот это движение явно имеет форму коррекции, то есть если это импульс, а это коррекционный откат, посмотрите, здесь есть зигзаг такой большой, и в то же время вот в этом волне, в этой волне С, она также выглядит как зигзагообразная коррекция А, Б, С. Поэтому цена, не дойдя до сопротивления, если цена не дойдет до этого сопротивления, возобновит свое падение, в принципе, можно будет ждать, искать возможность для активной продажи после пробития опорных точек. В данном случае первая опорная точка по австралийцу здесь. Ну и если продолжится падение дальше, то тогда, конечно, можно будет открывать позицию на продаже и вот с этой опорной точки. Явно зигзагообразная коррекция. Это дневной график. Сколько времени это займет, сказать сложно. Здесь это заняло, по-моему, полгода, вот это движение. Здесь уже, в принципе, приближается полугоду. Но в ближайшее время, по всей видимости, будет большой бабадум, как говорится. Бадабум или кто, как бы, кто в курсе. Так, ну что ж, на часовом графике пока что есть разметка для роста, но какая-то она проблематичная в плане того, что слишком много вот этих вот моментов. Но, значит, смотрите, здесь как в данном случае относиться к этой разметке? Открывать позицию мы уже наверх тогда, когда цена, не пробив предыдущую впадину, возобновит свой рост и пробьет предыдущую вершину. Тогда, в принципе, можно будет искать возможность для покупки доллар против японской иены. То есть, если цена перестанет пробивать предыдущую впадину, я не знаю, здесь есть пробой, нет этого пробоя, сложно сказать. Вот только тогда мы встаем на пробитие предыдущей вершины. То есть, если цена с текущего уровня, не пробив предыдущую впадину, возобновит свой рост, тогда можно будет, в принципе, покупать. Так, это у нас японская иена. Ну и последнее. Последняя разметка, это у нас... не последняя, золото. Золото у меня висит в продаже. Хорошая продажа висит. Пытаюсь я удержать эту позицию долгосрочно. Вот, тот, кто видел, тот знает, о чем я говорю. Вот зигзагообразная коррекция в работе. Цена стоит пробойно вниз. Хотя, в принципе, конечно, есть шанс того, что вот такой может быть рост коррекционный. Почему? Потому что, как вы видите, цена после пробития важного уровня не развивает свое наступление. То есть может случиться вот такая же вещь. То есть рынок будет пытаться продолжить тенденцию, но потом все-таки решит возобновить коррекционный откат. Причем вот в этой области такой же сильный отскок наверх. Поэтому, если цена сейчас с этих уровней не продолжит свое падение, то при росте рост будет достаточно динамичный наверх вот в этом участке этого графика. Потому что здесь нету никаких опорных точек, нету целевых уровней, до которых цена может дойти и отбиться вниз. Поэтому если рост и будет, то будет достаточно динамичный. Но все равно я буду воспринимать данное движение как коррекцию для того, чтобы открыть позицию вниз. Поэтому я ничего не делаю, позицию не закрываю, потому что шанс вниз все-таки сохраняется, потому что тенденция с пробоем предыдущей впадины. Просто буду двигать свой стоп, вот как вот в данный момент сейчас, если была, да, новая впадина сформировалась, соответственно, на часовом графике я свой стоп буду передвигать за предыдущую вершину. Вот я передвинул ее. Потому что новая впадина была, сейчас идет коррекционный откат, и, соответственно, стоп я передвигаю за ближайшую вершину. Вот за эту вершину. Держу позицию до упора, не знаю, как, насколько оно будет актуальным в ближайшее время, но пока тенденция сохраняется. И последнее, по австралийцу все я уже рассказал. Так, теперь вопросы. Отвечу на вопросы. Так, посмотрю, что там делается с швейцарцем, который сейчас несет мне максимальный убыток. Но пока цена стоит как бы внизу, вот мои открытые позиции, стопы размещены. Сработает стоп, значит, где-то у меня в каком-то моменте было неправильное рассуждение.
Вот. Ну, посмотрим. Пока стоп живой, значит, позиция актуальна. Так, дальше. Вопросы. А, австралиец, новозеландец. Да. Спасибо за напоминание. Давайте посмотрим. Это сейчас для меня интересная валютная пара. Там потенциал очень хороший. Посмотрим по австралийцу, новозеландцу. Так, австралиец, новозеландец. Вот он. Ох, елки-палки, ушла цена. Так, недельный график смотрит пока что вниз. Это возврат к линии пробоя разворотной модели. Поэтому, ну, надо быть поосторожнее сейчас открывать позицию наверх. Хотя, в принципе, рынок готовится все-таки, готовится для такого роста. Давайте посмотрим дневной график, есть ли там какие-то разметки. К сожалению, не дает возможность. Вот если бы цена с этого движения сделала более глубокий коррекционный откат вниз и возобновила рост, тогда бы я говорил бы, что да, в принципе, можно готовиться к открытию позиции наверх. Но сейчас данное движение наверх — это коррекционный откат в рамках нисходящей тенденции. То есть не было глубокой коррекции вниз. Тем более здесь есть разметка для продажи. То есть если цена с текущих уровней возобновит свое падение, вот ABC и попытка движения вниз. Пока что да, пока еще рано что-то делать, заряжаться наверх. Ну посмотрим, потому что цена находится между лоу и вершиной, прямо посередине. Пока рано еще вставать наверх. Ну ждем. Если бы здесь, вот еще раз повторяю, если бы здесь цена с этих уровней совершила такое падение вниз, не добив предыдущей впадины, совершила отскок и пробитием предыдущей вершины, тогда бы мы говорили, что очень высокая вероятность того, что рынок готов развернуться. Пока что такой картины мы здесь не наблюдаем. Ну, чтобы была понятна моя позиция, приблизительно вот такой вот план. То есть движение вниз, недобой, разворот и открытие позиции наверх. Так что это коррекционный откат пока вне моего поля зрения. Ну что ж, все, собственно. Так, вопросы дальше. Продавал 52.25, текущее снижение — это коррекция или продолжение движения? Сложно сказать, Игорь. Давайте посмотрим часовой график еще раз, фунт. Сложно сказать, почему? Потому что как такового сигнала на разворот здесь нету. Сигнал на разворот — это когда нарушается правило формирования тенденции. Это, скорее всего, коррекционный откат перед попыткой возобновить свой рост. А вот дальше, если цена не пробьет предыдущую вершину и пробьет предыдущую впадину, вот тогда это сигнал на разворот тенденции вниз. Пока что часовое движение наверх, это в данном случае я отношусь к нему как к коррекционному откату. Поэтому предполагаю, что возобновится рост, а вот дальше же пробьет, не пробьет эту вершину, сказать сложно, я не знаю. Тем более, что цена попыталась ускорить тенденцию наверх, поэтому не жду подхода к линии поддержки. Скорее всего, где-то здесь, после небольшого такого консолидации, может быть, я не знаю, какую форму она приобретет, рынок попытается возобновить свой рост. А вот пробьет ли вершину или нет, сказать сложно. Тем не менее, в связи с тем, что все-таки тенденция глобально идет вниз. Так что краткосрочно пока это как коррекция, в долгосрочной перспективе это коррекционный откат. То есть данное движение — это как на краткосрочном периоде это тренд, пока без разворота вниз. А вот если в долгосрочной перспективе рассматривать, это коррекционный откат. Вот если мы смотрим на дневном графике, это движение — коррекционный откат. Так, дальше смотрим. Три белых солдата. Сегодня стратегия, вчера не маловато, они для ворон. Тем более The End, может вам по франку стоп сдвинуть. Нет, Игорь, не буду я сдвигать ничего, потому что это мой план. Осознанный был план, осознанный вход в рынок. Поэтому менять по ходу движения свой план я не намерен. Потому что я входил в рынок по своей стратегии. Именно на тот момент был такой сигнал. Другой вопрос. Если все-таки произойдет пробой, я буду этот вопрос анализировать, почему он не сработал. Потому что в любом случае возможность роста всегда сохраняется до тех пор, пока не пробита. А вот если цена пробьет эту вот впадину, тогда я буду искать свою ошибку, почему эта модель себя не реализовала. И надо ли было здесь вставать наверх. Вот, собственно, такая моя позиция. Посмотрим. Так, дальше поехали.
Так, по пикам беру, да, по максимальному значению. Здравствуйте, примем. Сменилось ли что-то, вероятно ли отскок вверх именно с этой цены? Нет, Виталий, пока не жду разворота по золоту. По золоту, да, давайте я забыл прокомментировать долгосрочную перспективу золота. Я все время об этом говорил. Данная вот разметка говорит о том, что должен быть резкий провал вниз. Почему? Потому что цена идет в этом канале и, не доходя до линии сопротивления, до целевых отскоков, формирует новые, все новые и новые впадины. Соответственно, настроение явно вниз, но это будет последнее укрепление, падение золота перед вот глобальным укреплением наверх. То есть ростом наверх. Вот такой план перспективы, дальнейшая перспектива по золоту. Вот такой план я рассматриваю. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Так, дальше. Так, стоять не за... Рад, а стоп, что должен стоять не за... Так, я уже ответил на этот вопрос. Так, австралиец Франк. Спасибо, Николай. Будет ли сегодня семинар? Да, в 15.00, в 15.00 семинар. Да, подключайтесь. Аналитики другую цель в этом преследуют, спекулятивно. Будет ли сегодня семинар? Будет. Будет ли у вас запись? Нет, не будет. Не будет. Записи не будет. Так, вопрос. У вас не было желания прикрутить по вашей стратегии пару индикаторов? Есть, да, такое желание, Николай. Есть такое желание. Я пытаюсь сейчас над этим работать. Но я не MACD и не стохастик, а именно среднескользящий. Среднескользящий. Над этим я работаю. Но посмотрим, что из этого выйдет. Ну что ж, на этом я завершаю свой семинар. Спасибо всем, кто присоединился. Швейцарца и франка евро и франка держу. Буду держать до упора, несмотря на то, что они сейчас несут убыток. Стопы не переношу. Вход в рынок был осознанный. Это моя жизненная позиция по данной стратегии. Сегодня в 15.00 присоединяйтесь к семинару. Там постарайтесь несколько раз обновиться, нажав на кнопку F5. Там может быть опять проблема. Но я буду работать над тем, что все-таки семинар сегодня состоялся. Желаю всем удачи, берегите себя, свои деньги. Встречаюсь с вами в 3 часа сегодня дня и завтра на обзоре. Всего хорошего, до свидания.